Сегодня казахстанская компания «Бижан», крупнейшее отечественное предприятие по производству мясных изделий, отмечает юбилей. История компании берет начало в сложный период становления в стране рыночной экономики. В 1998 году в Алматы открылась небольшая колбасная фабрика со штатом всего 8 человек. За прошедшие 25 лет продукция «Бижан» стала популярной на территории всей страны, а само предприятие стало передовым в отрасли и неоднократно получало призы и награды на международных выставках. Тему продолжит Григорий Беденко. Четверть века назад в Казахстане наблюдался дефицит мобильных производств, способных обеспечить внутренний рынок продуктами питания. Но даже скромные возможности молодой компании «Бижан» не помешали ей занять прочное место на рынке Алматы в те годы. Тогда и появились новые ресурсы для развития. Сегодня группа «Бижан» насчитывает около 500 человек. Конечно, без трудностей не бывает. Наши продукты во всех торговых сетях Казахстана и все наши 40 магазинов, фирменных магазинов Алматы, Астана, Кокшетау. В 2010 году у компании появились зарубежные партнеры. В Кокшетау открылось новое предприятие. Этот высокотехнологичный завод был создан по евростандартам. Для поставок сырья в Акмолинской области открылась откормочная площадка на 5000 голов крупного рогатого скота. Предприятие стало одним из самых крупных в стране. Оно выпускает 15 видов колбас, субпродукты, мясные консервы и полуфабрикаты. В 2020 году в рамках программы «Экономика простых вещей» на территории индустриальной зоны в Алматы была построена еще одна высокотехнологичная фабрика. У нас основное колбасное производство на немецком оборудовании. Соответственно, и культура производства, и уровень производства. Наша колбаса нисколько не хуже, чем в Германии. Кроме того, очень много сотрудников с большим опытом работы. Благодаря комплексному подходу на предприятиях группы сформирован замкнутый цикл производства. Новый завод в Алматы выпускает продукцию более 100 наименований, работая с учетом лучших корпоративных традиций. В дальнейших планах компании – расширение производства и выход на зарубежные рынки. Григорий Беденко, Абен Нарынбаев, Алматы, Хабар 24.